Фермеры края жалуются на низкую закупочную цену на молоко. Сегодня в ряде районов края она составляет 10 рублей. С начала года в антимонопольную службу поступило 35 обращений из 17 районов Алтая. В прошлом году жалоб было на десяток меньше. Проверки показывают, что часто нарушителями закона становятся одни и те же предприятия, устанавливая монополию на закуп сырья. Сейчас специалисты ФАС собирают нужные доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности. Материалы по одному делу в Каменском районе уже готовы. В отношении хозяйствующих субъектов данного района нами было возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. На сегодня это дело находится в стадии рассмотрения. Остальные районы, в остальных районах нами на сегодня проводятся камеральные проверки, отрабатываются жалобы, проводится очень большая аналитическая работа, ну и, в общем-то, по результатам которой будут усматриваться, либо не усматриваться признаки нарушения антимонопольного законодательства.